Всем привет, друзья! Перед началом видео напоминаю, у меня идет конкурс. Ссылка на конкурс будет в описании. На видео с конкурсом. Там видео посмотрите, все очень просто, все очень легко. Делайте условия и участвуйте. Теперь начнем видео. Меня попросила подписчица сделать видео именно досконально, что нужно для Т9 войск, чтобы их открыть. Например, носители или луки. Или охрана, кто кем играет. Давайте начнем с созданий. Первое, вам понадобится королева 25 уровня. Чтобы поднять королеву на 25 уровень, вам нужно будет логово 24 уровня. Потом нам нужна будет флора 24 уровня. И также нам надо будет инкубатор, например, носители вы выбрали. Вам нужен будет инкубатор 25 именно носителей. Либо луков. Также 25-й инкубатор луков. Потом по складам именно я не смогу ориентировать вас, потому что я после этого еще качал. Но примерно, может быть, пару левелов вниз. И вот такие вам склады нужны. 7-й песок, где-то, наверное, 5-й, 6-й. Ну, там уже по зданиям посмотрите, уже подгоните. Мясо, наверное, 7-й, 6-й. Склад растений, наверное, 5-й нужен. Просто я сейчас уже не помню, давно качал. Обеденная зона 24 вам нужна. И все. Ничего такого сложного. Теперь давайте перейдем к эволюции. Например, вы выбрали луков. Качаем всю эту ветку. Всю ветку луков. Вот как надо. И доходим до вот этого скилла или навыка. Разблокирует муравьев носителей 9 уровня. Также у носителей и также у охраны. У всех одинаково. Все, вот и все, что вам нужно. Но эта ветка забирает много у вас останков животных. Поэтому в самом начале вам нужно двойные награды и районку прокачать. Развитие района. Двойные награды, и тогда уже у вас все пойдет как по массу. Новая игра, как считаете, начнется, когда вы двойные откроете. Будет все супер. Еще раз напоминаю, быстро. 25-я королева, 25-й инкубатор тех, кого вы выбрали. Лучше качайте один тип войск, сильно не распыляйтесь на другие типы. И 24-е логово Альянса. Все, больше вам ничего не нужно. Ну и флора 24-е тоже. Это будет требовать, чтобы докачать до 20 уровня. И все. Все очень просто, все очень легко. Когда у вас будет X2 награды, у вас будут и останки. На 25 уровне за СВС вы получаете 7000 останков в день. В неделю 49 тысяч, если каждый день делать по 9 ракушек. Все, друзья, все легко, все вроде понятно. Так что всем спасибо, друзья, всем пока.